Огромный ковш, словно точеная ножка балерины, вздымается над землей и совершает па. Ювелирные отточенные движения мастера, и желтая махина поднимается на дыбы, словно ретивый конь. Казалось бы, строительный экскаватор, но его танец завораживает зрителей, пришедших на выставку техники. Всю технику мы пробуем, осматриваем, тестируем. Ну, наверное, это дело вкуса. Каждый для себя выберет то, что ему нравится из этой техники. А предложить есть что. В нашей линейке много техники на разные вкусы, предназначения, функционалы. Уже в седьмой раз на главную Самарскую городскую площадь съехались лучшие представители тяжелого автопрома. КАМАЗы, экскаваторы, широкий перечень строительной, дорожной и коммунальной техники. Производители, поставщики, покупатели, выставка интересна всем. Здесь можно купить как новую технику, так и технику, бывшую в употреблении. При этом вся эта техника подготовлена, она прошла соответствующий контроль и представляет из себя работоспособную единицу, которая позволит оптимизировать бюджет затрат. Выставка «Комавтотранс» на площади Куйбышева продлится с 14 по 16 апреля. Марианна Мирная, Алексей Золотенков. События.